Всем большой привет, подписчики и интересующиеся новинками всякими. Всем знакомое хранение продуктов под вакуумом. Для этого есть системы, которые надеваются крышки с клапанами и насосы, так называемая система ВАКС. Значит, крышка надевается, из нее затем насосом откачивается воздух, тут клапан и хранится продукт. Но очень много крышек, так называемых твист-крышек, которые с резьбой и более дешевые, чем вот эти вот желтые крышки. Я разработал устройство для укупоривания вот этих обычных банок, но с резьбой, так называемые твист-банки, обычными крышками под вакуумом. Что она из себя представляет? Это кружка, в которую врезан ниппель от бескамерной шины. Есть доступен во всех автомагазинах, под которой создается за счет насоса механического или ручного вакуум. Технология простая. И я сейчас покажу наглядно, как это дело выглядит. Для индикации я использую пакет, запечатанный от дрожжей, который нам покажет наличие вакуума в самой банке. Вот кладется пакет плоский в банку. Закрывается твист крышкой, она с резьбой, бэушная крышка, но желательно брать новую. То есть она закрывается почти до самого конца и надевается устройство. Включается насос. И это устройство надевается на банку сверху. Эта крышка проходит свободно. Вот я надену ее и немножечко поджал для того, чтобы создался вакуум. Начально. Вот слышно по насосу, что пошла откачка, и кружка у нас притягивается к банке, то есть под ней создается вакуум. Контрольный вот этот пакетик от дрожжей, вот он момент, его раздуло, видно, что он раздутый, и вакуум уже достаточно глубокий. Это можно также определить по пропускам в работе насоса. То есть насос становится реже начинается частота его. Затем, когда вакуум уже достаточно большой, вы должны резко снять вакуум под этой крышкой за счет подрыва за ручку. То есть берете за ручку и резко подрываете вакуум. А крышка, вот этот твист крышка, она притягивается за счет того, что здесь есть прокладка. Видно, что под ней создан вакуум. То есть пакетик раздутый, а здесь прокладка. Выключаете насос. И пытаетесь открыть банку. Но открыть крышку почти невозможно, потому что она притянута достаточно глубоким вакуумом. Для того, чтобы ее открыть, ее приходится поджимать чем-то или подрывать. Ну, открыть ее почти невозможно. Вот такое вот устройство. Но я могу ее открыть, конечно, за счет отвертки. То есть отвертка подводится. О, слышите, да, щелчок? Вот тогда она открывается. А пакет у нас сжат. То есть давление уже атмосферное. Вот такое устройство. Достаточно простое, себестоимость его невелика, в отличие от тех, что предложено на рынке. Если что, пишите в личку.